него был микроинсульт. Это очень интересное понятие, в медицине его не существует. Бывает такая ситуация, когда у человека появляется очаговая неврологическая симптоматика, и у него подозревают инсульт. Но при достаточно быстром обращении у человека не формируется очаг инсульта. Это называется транзиторная ишемическая атака. Она обусловлена спазмом сосудов, который регрессировал, и питание этого участка мозга восстановилось.